построение аджарного котла. Когда мы его строим, то у нас появляется ощущение такое, это ощущение необычное в центре груди, атман мы его называем. Вот обязательно работайте над атманом, обязательно работайте над этим ощущением. Дело в том, что вам в дальнейшем не придется работать с чем-либо еще. То есть при наличии атмана остальные ступени, там 5, 6, 7, они просто волшебство. Но без атмана это зря потраченные деньги. Поэтому не торопитесь куда-то убегать, особенно внимательно изучайте эту ступень, особенно работайте или развивайте чувство атмана, вот то, о чем я говорю на этой четвертой ступени, и вы сможете прикоснуться к самой настоящей магии. После четвертой ступени начинайте там мантру читайте через атман, заклинания через атман, коды через атман, практики любые через атман, отношения в семье через атман, все через атман. Это важно.